でじゃあ。Этих сугробов люди очень сложно могу так сказать, я по нему спускался и елочкой. Так вот гондолу, гондолу очень удобно, конечно, есть для гондолы. Сноубордом снял, держу, да, свободно. Город скиин, скиаут, а скиаут называется, да, то есть подъехал на лыжах и выехал на лыжах прямо из дома. Очень удобно. Но мы не здесь живем, здесь подороже. Живем в Лембинвиде. Я вам покажу попозже, когда мы поднимемся выше, если будет видно. Мы все поднимаемся над Вальтерансом. Отличные регионы. Очень подготовленный, не очень удобный. Такие камешки. Вон видите, там слева все искратано. Любителями поедет по вне трассовым трассам. Не off-piste skiing. Вот это упал. Люди катаются. Вот здесь выпустят. Моя перчатка не упала. Люди спускаются по спуску. То есть, когда он только спускался, в принципе, удобный, комфортный, но под конец немножко не очень. Я буду подниматься к креселке, а потом я беру вон ту гондолу. Видите сверху, на самом деле. Вот так гондола. На ней я поеду вверх, называется на Three Valleys 2, там у нас будет чекпоинт с ребятами, даже там встретиться, чтобы поехать уже к себе в Лембинвид. Вот так вот, на свободе. Так. Получше в других местах. А, люди любят ездить где-то там, где не положено. Ну да ладно. Я тоже немножко пытался так. Так, вот, кажется, сейчас мы поднимаемся, будет скоро знаменитое местечко. Сейчас поднимемся, я покажу. Ски собираются. Ски. И сегодня отличный пасы снег, вообще,
практически не падал. Так что здорово. Тогда съесть. Вон тут любитель покататься. Запись. Последующий. Запись.